Всем привет! Вы смотрите канал Ananas Land, канал с самыми интересными и актуальными новостями из мира шоу-бизнеса. В прошлом году у Дианы Пожарской и Ивана Янковского родился сын. Это первый внук Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского. В июне ему исполнится год. Первенца назвали в честь знаменитого дедушки Ивана Олега Янковского. Популярное семейство не торопится показывать малыша общественности, однако недавно актриса поделилась черно-белым совместным фото с внуком. «Не исчезай, исчезнуть можно вмиг. Но как нам после встретиться в столетие? Возможен ли на свете твой двойник и мой двойник, лишь только в наших детях?» Процитировала Евгения Евтушенко, 54-летняя актриса, в подписи к фотографии. Вы смотрели канал Ananas Land. Ставьте лайк, пишите комментарии. Для нас это очень важно и ценно. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ananas Land – ананасовое настроение. Пока-пока!